Сплавиться по знаменитой реке, обзавестись уникальными изделиями ручной работы и насладиться живой музыкой. Все это за один день удалось сделать участникам первого в России фестиваля рабочей молодежи «Стихия металла», который прошел в Первоуральске. Вместе с горожанами на празднике труда и творчества побывала и наша съемочная группа. Вместо рабочего костюма – футболка и шорты. Вместо привычных защитных очков – солнцезащитные. Десятки металлургов со всего Урала собрались в окрестностях Первоуральска, чтобы пройти популярный туристический маршрут по реке Чусовая. Масштабный сплав – это еще одна часть первого в России фестиваля рабочей молодежи. Пока металлурги покоряют Великую Чусовую, фестиваль «Стихия металла» в Первоуральске продолжается для горожан. На площадке возле инновационного культурного центра развернули ярмарку самозанятых, или, как ее называют сами участники, бизнес-парк. Здесь собрались десятки предпринимателей из разных городов Свердловской области. Кто-то представляет дизайнерскую мебель, кто-то одежду или вязаные игрушки. Другие презентуют натуральные продукты собственного производства. Кузнец из Новоуральска Алексей Живаев привез на ярмарку кованые изделия ручной работы. Каждая из них уникальна. Вроде делаешь две одинаковые, получаются все равно разные. Хоть так, даже если ты по-одинаковому делаешь. Ножи, вот, допустим, делаешь, вроде куешь одинаково, берешь полосу, ее куешь. Но получается все равно немножко, но разные, как бы, и каждая вещь индивидуально. Организаторами ярмарки выступает Первоуральский фонд поддержки предпринимательства. Цель этой ярмарки – дать возможность начинающим предпринимателям, самозанятым проявить себя, показать себя городу, потому что мы не только рекламируем их здесь, на ярмарке, до этого мы о каждом рассказали в социальных сетях, в рассылке, дать хороший старт начинающим. А пока одни гости фестиваля гуляют по ярмарке уральских мастеров, другие танцуют под зажигательные ритмы. У исторической стены плотины Нижнешайтанского пруда проходит музыкальный марафон Music Life. Начинающие и опытные артисты из Свердловской области выходят на большую сцену, чтобы представить свое творчество. Ольга Комарова – вокалистка со стажем, но даже выходя на сцену в тысячный раз, все равно испытывает волнение. Каждый раз, как первый, волнуешься, как воспримут зрители, не забыл ли слова, все ли правильно сыграют. Ну, то есть настолько должно быть слажено в коллективе, сыграно все. Ну, вот мы волновались, конечно, больше всего за то, как мы будем выступать. Первоуральцы делятся впечатлениями от концерта. Музыка – это вообще это все, мне кажется. Особенно, когда вживую вот это вот. Вот эти барабаны, гитары. Это прям до мурашек. Энергетика просто шумительная. Не знаю, это адреналин. Музыкальный марафон стал завершением двухдневного фестиваля рабочей молодежи. Подводя итог, организаторы уверенно говорят, праздник удался, а его участники и гости уже желают вновь стать частью стихии металла. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости Первоуральска.